Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Детали». Я ее ведущая Екатерина Фарисия-Ермакова. И я рада представить нашу сегодняшнюю гостью. Машурина Марина Алексеевна, врач-эпидемиолог Сергиевской центральной районной больницы. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, с таким хорошим настроением, а будем говорить о вещах очень-очень серьезных, с которыми, к сожалению, уже столкнулись некоторые наши земляки. И мы здесь, в этой студии, сегодня не случайно, чтобы... Те, кто еще не знает лично, слава богу, не знаком с такими инфекционными заболеваниями, как, например, энцефалит, ГЛПС и так далее, с ними и не столкнулись. Вот мы сегодня попытаемся предупредить, да, вот эти неприятности для жителей Сергиевского района. Ну и начнем, наверное, с темы самой горячей на сегодняшний момент со всех сторон. Федеральные СМИ в том числе говорят о том, что люди все чаще сталкиваются с таким жителем лесов, да, мы выходим за грибами, как клещи. Чем они опасны, расскажите, пожалуйста. Может быть, преувеличивают, ну что тут такого? Все-таки есть у нас и комары, и мы, жители сельские, привычные. Может, не стоит так пугаться? Клещевой энцефалит – это тяжелое инфекционное заболевание. Передают его клещи при укусе, да, человека. Чем опасно? То, что поражается центральная нервная система, и в дальнейшем могут быть отдаленные последствия – это различные порезы, параличи. Также еще есть инфекционное заболевание, которое клещи передают, это клещевой боррелиоз. Тоже очень опасное заболевание, тоже характеризуется поражением центральной нервной системы, которое может приводить к инвалидности и даже вплоть до летального исхода. Ну вот про него мы уже как бы реже слышим. Что посоветуем нашим любителям лесных прогулок и, конечно же, наверное, грибов сейчас? Да, конечно, наступает сезон активности у нас клещей. Самый пик достигает в мае-июне и, возможно, еще в конце августа, в сентябре. Самое главное, что сделать, когда мы выходим в лес, это соблюдать правила личной безопасности. Как себя обезопасить? То есть это должна быть светлая одежда на человеке, чтобы легче заметить клеща впоследствии. Обязательно манжеты, брюки, низ, то есть должны быть заправлены в обувь. Верхняя одежда тоже в брюки должна быть заправлена, и головной убор, волосы должны быть убраны. Желательно сделать еще обработку акарицидными различными средствами, которые отпугивают клещей. Они действительно работают? Вот у многих, я думаю, вопрос, стоит ли переплачивать там такие деньги, когда можно просто себя лишний раз осмотреть? Да, конечно, они обязательно действуют эффективно, то есть клещи, они могут даже погибнуть просто, когда при обработке одежды специальными средствами. Много ли наших земляков сегодня уже столкнулись вот в 2016 году с такой неприятной встречей? Скажу по эпид-ситуации по Самарской области в целом, что у нас идет уже 295 человек обратившихся, из них проведено исследование 198, 23 клеща из них инфицировано, то есть вирусным энцефалитом. У нас по Сергиевску на 22 апреля 7 обратившихся, из них 2 детей. У одной взрослой женщины подтвержден лабораторно клещ инфицирован. Что это значит? Ну, мы не будем фамилию называть, а вот что значит для нее, насколько это сегодня опасно? То есть здесь высокий риск передачи вирусного энцефалита женщине. У нас проведена была экстренная иммунопрофилактика, то есть женщину мы обезопасили. То есть ей уже ничего не грозит? Нет. Обращаться, стало быть, стоит? Да. Вот вы говорите, что из 300 почти случаев чуть менее 200 исследованы. Что это значит? Не обратились вовремя или не принесли саму? Ну, здесь подразумевается, насекомое. Да, либо человек не захотел вести клеща лабораторно, потому что у нас таков порядок, что сам пострадавший должен вести в город Самару, чтобы сделать исследование. То есть там график работы идет и среди недели лаборатории работы вирусологической, и выходные дни сейчас, в субботу и воскресенье. То есть это доступно, но только за свои средства нужно вести. Дорого это? Само исследование дорогое? Само исследование делается бесплатно при условии, если вы обращаетесь в лечебное учреждение, вам выдается направление от нас. То есть это делается по системе ОМС оплата. Все это бесплатно. Здесь затраты только человек везет клеща за свой счет. И все. Как быстро к вам нужно обратиться? Ну, допустим, выходные обычно, да, они выпадают для таких целей, чтобы пойти в лес прогуляться. Ждать понедельника? Нет, ни в коем случае. Нужно обязательно обращаться в приемное отделение нашей больницы, и вам оказывают соответствующую помощь, проконсультировать, что нужно делать, и, естественно, отвести сразу клеща на исследование. Конечно, риск инфицирования его невелик, составляет от 2 до 10% всей численности вообще клещей, но все равно обезопасить стоит. Есть еще одна тема, и она, в общем-то, тоже сезонная, весенняя.
ГЛПС. Вот расшифруйте, пожалуйста, вроде бы приятно звучащую аббревиатуру. Расскажите, что это такое. И насколько у нас сегодня в Сергиевском районе эта тема актуальна? Актуальна она всегда у нас. Что такое ГЛПС? Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Или в простонародье ее называют мышиная лихорадка. Чем она опасна? Различными кровоизлияниями в органах и тканях нашего организма. Самый орган-мишень – это почки поражаются. Да? Передается механизм какой передачи воздушно-полевой. Источником инфекции служат различные грызуны, то есть полевые мышки, крысы переносчиками являются. Человек может заразиться, когда, например, идет лесозаготовка, либо заготовка сена в лесу находится, либо когда старые сараи, например, разбираются что-то. То есть человек, если не защищены органы дыхания, кожные покровы, инфекция может быть с полевыми частичками попасть в организм и происходит таким образом заражение. Ну, в таком случае не защищены даже жители городского поселения, которые, в принципе, ни с какими такими сельскохозяйственными работами, по большому счету, с масштабными практически не сталкиваются. Ну, а можно ли как-то себя обезопасить? Потому что сегодня, допустим, даже тот же Суходол, Сергиев, Сургут, они у нас проходят такую стадию обновления улиц, в том числе много старых построек разбирают. У нас за 2015 год было 16 человек заболевших. В основном болеют это мужчины. Возраст от 26 до 60 лет был зарегистрирован. На 16 год у нас уже двое обратившихся с 25 до 30 лет. То есть чаще всего. Обезопасить себя как? Тоже должны быть защищены кожные покровы. Обязательно на органы дыхания, на лицо мы одеваем ватно-марлевую хотя бы повязку. В лучшем случае это респиратор, конечно. И обязательно рукавицы, либо резиновые перчатки. То есть если вы когда какие-то работы делаете, ни в коем случае не надо трогать умерших животных, там мышек, да, убирать, если где-то откуда-то, голыми руками, незащищенными. Обязательно нужно защититься. Марина Алексеевна, ну с клещом понятно, выявили насекомые, как-то там изъяли, обнаружили, ясно, что нужно обратиться, понятно. Здесь как понять, что нужно обратиться за медицинской помощью? Что должно человека насторожить? Какие симптомы? Самые первые. Ну, симптоматика какая? Это температура, недомогание, слабость, мышечные боли, появляется нарушение с мочеспусканием, то есть может быть уменьшение количества мочи. Поясничные боли, шейного отдела позвоночника. Не нужно ждать, а нужно обращаться всегда в больницу. Ну, вот на первый взгляд, на слух, симптомы очень похожи на обычный ОРВИ, ОРЗ, грипп какой-то. Мы часто занимаемся самолечением, ну и, проще говоря, геройствуем. Ничего страшного, пройдет, и можно даже выйти на работу. Велика ли вероятность того, что можете пропустить себя эти симптомы? Бывают ли такие случаи? Ну, да, бывает, но, как правило, у нас люди вроде бы бдительные, заботятся о своем здоровье и обращаются. Особенно потому, что с 4-го, там, с 5-го дня заболевания нужен строгий постельный режим. Ну, такого еще не было, чтобы прям позднее обращение. Конечно, было одно тяжелое течение за прошлый год, но благополучно закончилось. Летальных случаев не было, всех вылечили. Нет привязки к возрасту никакого? К возрасту нет, но чаще всего это мужчины, потому что участвуют в таких вот работах, да, или которые связаны именно с непосредственно профессиональным риском заражения. А вот клещевой энцефалит, ГЛПС, возможно ли как-то заранее позаботиться об этом? Ну, прививки, какая-то профилактика, чтобы уж точно быть уверенным, даже столкнувшись. Против геморрагической лихорадки с почечным синдромом специфической иммунопрофилактики вакцины нету никакой. Против клещевого энцефалита у нас есть прививки обязательные, да? По национальному календарю прививок их делают чаще всего те люди, которые подвержены риску, то есть по эпидпоказаниям, которые непосредственно связаны с работами в лесу, подвержены укусам, да, клещей. По желанию, конечно, это еще либо, которые посетители частый лес, любители, да, тоже можно как бы. Делается она двукратно, прививка, с интервалом наиболее оптимальный 5-7 месяцев, но можно сделать и 1 месяц в короткие сроки. Но необходимые условия – это за 2 недели до выхода в очаг должна быть сделана вторая прививка. Насколько это дорого? Вот человек сам решил, он не работает в лесхозе, он не работает в полях, сам решил привиться. Это делается бесплатно. Ну что ж, еще одна хорошая новость. А
третья тема, по которой сегодня хотелось бы побеседовать. Как раз мы уже начали тему прививок, против нее прививки мы все знаем. Это столбняк, но скоро лето, мы все выходим так или иначе на природу. Это и субботники, это и наши любимые клумбы. Расскажите, пожалуйста, вот что такое столбняк? Ну, мы не так слышим часто про него, как про клещей. Есть ли вообще опасность? Столбняк у нас зоантропонозное тоже заболевание, которое передается контактным путем при различных ссадинах, порезах, ранениях. То есть проникает микроорганизм в ранку. Он, как происходит в бескислородных условиях, его размножение, то есть чем опасен? Поражается нервная система и могут возникать различные судороги у человека. И в зависимости, какая форма и течение этого заболевания, то может и закончиться тоже летальным исходом. Конечно, его случаи зафиксированы не так у нас часто, да, бывают спорадические случаи. Это добились благодаря тому, что у нас вакцинация идет. С трехмесячного возраста малыши прививаются трехкратно, и в дальнейшем идет ревакцинация там, 12-18, через 12-18 месяцев, и потом каждые 10 лет. То есть даже если человек обращается, например, к нам, да, с каким-то ранением, мы обязательно делаем ему противостолбнячную сыворотку, чтобы обезопасить. Вот случай был в том году у нас по городу Самаре, буквально девочка, она была не привита, как потом выяснилось, то есть мама отказывалась от прививок, и девочка умерла, 9-летняя. Позднее было обращение, уже заподозрили, то есть и ничего сделать было невозможно. Ну, вот три такие темы мы сегодня обсудили, и вы сейчас вышли на вопрос, который я хотела в финале задать, и он напрашивается. С некоторых пор в России... прививаться или нет, дело добровольное. И решают за детей, как в случае, например, крещения, да, сами родители. Руководствуются совершенно разными вещами, в том числе, например, и некоторые указывают на опасный состав сыворотки, например. Да, есть какой-то минимальный процент побочных эффектов. Что посоветуете на самом деле? Ведь каждый родитель, он не смотрит ситуацию какой-то в общем, он смотрит на своего ребенка. Он думает прежде всего о его безопасности. Ну и здесь, я думаю, мы что-то сегодня можем посоветовать такое практическое. Стоит ли делать вот эти прививки или, может быть, поберечься? Режешь ходить в лес или не ходить туда? Не допускать ребенка до песочницы? Как быть? Что вы лично посоветуете? Лично я посоветую мамочкам перестать читать различные форумы, которые провоцируют их на то, чтобы отказываться от иммунизации. Если есть способ защитить от инфекции, то, пожалуйста, сделайте это. Не нужно слушать кого-то. Да, конечно, когда идет вакцинопрофилактика, да, риск всегда есть, что какое-то будет осложнение, но он либо 1 на 1000, либо 1 на 10 тысяч. То есть риск это минимальный. Те, которые инфекции нам удалось победить, например, там детские, да, серьезные, от которых очень была раньше высокая смертность, сейчас мы снизили, но возникают эти случаи, как раз и случаи те, которые отказываются от вакцинации. Поэтому, если есть способ защитить себя, то, пожалуйста, его используйте. Пожалуйста, всегда думайте о своем здоровье, будьте бдительны, относитесь к своему здоровью с вниманием особым, да, не надо ничего запускать, если какие-то есть симптомы, беспокойство, то лучше обратитесь в лечебное учреждение, вас проконсультируют, и чтобы все было хорошо. Это самые дорогие пожелания. Нам, конечно же, помогут доктора, если мы обратимся, но первые, кто отвечает за наше с вами самочувствие, это мы с вами, это нужно помнить. В том числе об этом мы сегодня говорили с Вашуриной Мариной Алексеевной, врачом-эпидемиологом Сергиевской центральной районной больницы. На этом мы сегодня прощаемся с вами, но, как всегда, ненадолго. До встречи на телеканале «Радуга-3».